Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы с вами находимся в экотехнопарке возле Мариной Горки, и сам генеральный конструктор закрытого акционерного общества струнные технологии Анатолий Эдуардович Юницкий расскажет вам о том, что же здесь сегодня происходит. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Сегодня знаменательный день. Все-таки мы на финальной стадии изготовления или монтажа, можно так сказать, легкой транспортной системы. Расскажите, пожалуйста, сегодня вроде бы ведутся бетонные работы. Что, как это грамотно сказать, сегодня происходит? Ну, ничего особенного сегодня не происходит, еще один рабочий день. Это рядовая операция, на самом деле, закачка бетона в струнный рельс. Но мы планировали это в прошлом году сделать. А потом все-таки я решил провести эксперимент, потому что было много вопросов. Их задают годами, десятилетиями. Струна порвется, все упадет, люди погибнут. Даже там было заключение одного уважаемого института, что обрыв струны в струнной системе, он будет подобен атомному взрыву и погибнет видимо-невидимо людей. А путь будет такой кривой, что в юнибусе люди будут летать по воздуху и стукаться головой в потолок. И мы решили смоделировать обрыв струны, смоделировать какие-то поломки при монтаже. Это бывает сплошь и рядом. Строители известны, как работают, так они допускают огрехи и так далее. И в этом нам помогли, кстати, и подрядчики. Это была одна российская компания, которая даже атомные электростанции строит, там натягивают арматуру и тоже своего рода струны. Да? И по нашему заказу они спроектировали, изготовили для нас анкера вот для этой легкой конструкции, где усилия каждого каната натяжения планировалось 18 тонн, там 6 канатов, двух трубок. И когда начались работы, и мы дошли только до третьей усилия натяжения, от расчетной, как лопнул анкер. Потом начали на другие канаты натягивать, там тоже анкера лопнули, корпуса анкерных креплений. И поскольку я думал, что надо смоделировать обрыв канатов, и нам плохие подрядчики в этом помогли, мы решили оборвать струну. То есть мы сделали обрыв струн, это был уже плановый обрыв. Вы знаете, никто не погиб, ничто не упало, и ничего не изменилось. Потому что канаты, струны не внутри трубы, внутри рельсы. Мы сами спроектировали анкера, сами их изготовили и испытали. Так вот, они выдержали 90 тонн, то есть до разрыва канатов. Мы испытали это в БНТУ. Мы делали репортажи об этом, да, нашим зрителям известно. И анкерные крепления выдержали до полного разрушения канатов. То есть они расчетную нагрузку полностью выдержали. И уже здесь стоят наши анкера. Поэтому мы канаты натянули на них, натянули расчетным усилием. При этом мы всю зиму испытывали без канатов. Ну, то есть они были в трубе, в рельсе. Но не работали. Да, но они не были натянуты, да? Только давали нагрузку и вес. Потому что корпус рельса тоже струна. Струна – это не обязательно то, что у балалайки, у гитары. Это натянутый, предварительно натянутый элемент. И мы работали фактически только на корпусе натянутом и получали приемлемые характеристики для движения подвижного состава. Трубу мы уже одну прокачали бетоном, причем без проблем, прокачали почти километр, здесь 800 метров. Это один заход. И поэтому мы, естественно, зимой это не делали, потому что при пониженных температурах воздуха, при морозе, мы могли бы бетон не прокачать, тогда была бы другая проблема. Пробка была воздушная, как потом ее заполнить? Вот многие наши
партнеры спрашивают, а как же строить в условиях там вечной мерзлоты на севере, в странах, где температуры даже пониже, чем в Белоруссии? Ну, там тоже строят. Мы же строим в Беларуси, а не на севере. На севере, естественно, мы используем другие варианты технологий, другие материалы. Мы строим здесь, да? И зачем нам делать хуже? Да можно зимой. Лучше, конечно. Да? Ну, можно и... Ну что, ну подождали 2 месяца, прокачали, когда стало тепло. И что? Кому плохо от этого стало? Поэтому на севере тоже, если, допустим, использовать бетонные смеси, то все-таки там вода. И вода не любит морозы. Да? Потом добавки там всевозможные добавляют. Это все ухудшает качество бетона. Поэтому их можно использовать, а можно и не использовать. Да? И поэтому даже на севере есть положительные температуры. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович. А подскажите, следующие работы по графику и какие планы по сооружению этой структуры? Вот еще 2 разворотных кольца и гибкая часть, или высокая, как ее иногда называют, это полужесткая уже готова. Можно сказать, уже готова. Какие дальнейшие планы по ее строительству, использованию и как это связано с нашей датой, знаковой 1 июля? Это будет легкая трасса, пролетами 40 метров. Длиной 800 метров. По концам стоят анкерные опоры. Потом идет разворотный круг с одной и другой стороны. Там будет стрелочный перевод с той стороны. Здесь не будет, просто разворот. И дальше пойдет уже легкая система с провисающей путевой структурой. Это полужесткий рельс. Посмотрите, какой он тонкий. У него высота 12 сантиметров. Вот. И посмотрите, он ровно висит. Потому что там струны с провисом, они держат. А это на самом деле, это вантовый, это висячий мост по конструкции. Есть балка жесткости, есть несущий канат, есть подвеска, в данном случае бетон, который все это омоноличивает и держит. Да? Поэтому она легкая, прочная, ажурная конструкция, рассчитана на вот те нагрузки, которые мы здесь планируем, да? И на те скорости, которые мы планируем. Поэтому эта конструкция до 150 км в час при нагрузке до тонны, это юнибайк, вот работа так, как мы и ну, в проекте заложили, да? Поэтому мы, вот уже когда тут можно будет ездить, сейчас просто невозможно техники здесь работать, так мы уже приступим к монтажу вот той провисающей путевой структуры, где же полужесткий рельс, это как это висячий мост, а там путь провисает вместе с канатом. Это специально сделано. Провисающая путевая структура. Да? Чтобы вот использовать гравитационный двигатель. Да. Это также канатная дорога работает. Да? Это не канатная дорога, а там как бы аналог канатной дороги, только колесо будет катиться по рельсу, а не по канату. И благодаря этому сопротивление качению колеса и энергозатраты уменьшаются где-то в 6-7 раз. Потом все равно это будет не канатная дорога, потому что колесо будет катиться по рельсу. И у нас будет здесь пролет 200 метров с подъемом на высоту, 12 метров, потом пролет 400 метров, где мы как раз отработаем от гравитационный двигатель и гравитационный тормоз, а потом спуск вниз на пролете 200 метров, а потом по кольцу разворот и... И здесь будут ездить и юнибайки, и да, юнибус 14-местный, который у нас уже готов. Это нагрузка до тонны, там нагрузка может быть до 3,5 тонн, это вес груженного юнибуса. Хотелось бы пару слов пожелания нашим партнерам, прежде чем мы закончим репортаж. Строй Skyway, спасай планету!